23 октября около 5 часов утра в районе станицы Убинской обнаружили возгорание травы. К полудню его площадь увеличилась до 9,7 гектаров. Тушение лесного пожара осложняется горным рельефом и сильным ветром с порывами до 10 метров в секунду. На место прибыл и глава Северского района Андрей Дорошевский. Вместе с руководителями краевых и муниципальных ведомственных подразделений на месте обсудили обстановку и план действий. В борьбе с лесным возгоранием уже задействованы 59 человек и 16 единиц техники, сообщает Министерство природы Краснодарского края. Ситуация находится на контроле. В случае необходимости подключат дополнительные силы.